Спа-процедуры в Высокогорном озере, и это не реклама дорогого отеля. Так в Геленджике лечат от стресса гималайского медвежонка. Кроху забрали у пляжного фотографа. Медведицу зовут Нюша, ее поселили в контактном зоопарке «Зов джунглей». Сотрудники купают малышку и балуют мороженым. Косолапой всего-то 5 месяцев. У фотографа ее отняли в горах на экскурсионном маршруте. У так называемого хозяина Мишутки не было документов на животное. Медведица жила в будке рядом с генератором и сейчас очень боится толпы. Медики обнаружили у нее следы ожогов на лапе и животе. Ну а «Зов джунглей» – это лишь временный дом для медвежонка. Сейчас для него ищут хороший зоопарк. Ну, наверняка найдут. Посмотрите, какая она мила. Крупные планы тоже скинешь.